Чё, все где хотят видеть живопись Белых. Сейчас, кого надо бы еще позвать на выставку? Она такая камерогеничная, слушай. Я ей позвонила, она сказала, что постарается. А, вот сейчас я пытался тебе дозвонить. А я уже пригласила ее. Ага. Ну, если грищу, ну, и понятно, приведи, а кого еще позвать? Слухаешь, да? Когтями на ногах. Чтоб цепляться. Где? Вот. Так он, небось, запечен сейчас, как цапнет. Что там написано? Кинарий – женщина-птица. Это не ангел, это женщина-птица. А-а-а. Что, любой ангел – это женщина-птица, по сути. Кинарий? Да. Да? Кинарей-то. А это что за птица такая? Я такую не знаю, животное. Это из какой-то сказки? Это, да, скорее, в свое время находила про этого кинария. Где-то у меня даже, если вам интересно, я найду текст. Мне интересно, потому что я интересуюсь сказками и мифологиями, да, да, и мифическими животными. Я вам найду, ага, статейка у меня была. Мы своих, в основном, авторов приглашаем, коллекционеров. До кого успела позвонить? Ну сколько, прям человек 10? Приглашаем того, куда я его делаю, приглашаем того автора в основном. Лиза, у тебя есть какие-нибудь идеи, кого можно позвать? Всех зови. Это... Круто. Ой, а вот это кто? Расскажите мне, подождите, а расскажите мне. Вот это кто? Это русалка с крыльями? А! Я даже не знаю. Сейчас выставлять мне их негде, увы. Все, отлично, забираем. Главное, ничего лишнего не оставлять. Пустите работу. И вот эту. Это, они относятся к ранним. Эту? Вот. Шеих. Да. Ну что тут, смотрите, так какие вы работы не в этих 5 маленьких работ. А вот эти другие говорят, что вот эту можно будет повесить. Ну, а теоретически можно на клеммерах. Меньше. Хоть они и обнимаются вот здесь. Вот, вот так вот. Вот. Ольга, здравствуйте. Да, Алексей тоже говорит. А вот здесь какая-то мощь. Всех змея опутала. Царевна в шляпе. А рыцарь сам себя заколол? Вообще, бывают же художники на белом свете. Сумасшедшие совершенно. Ну как, музей назначил официально. А, это и есть Семер Дежуана? Вот это, конечно, гениальное произведение. Баба с тигром. О! Вызывает зависть любого художника, который не умеет такое нарисовать. Нет, она не без бюджета. Надо происходить столько будет. Так. А вот еще какой-то юный герой. К сожалению, нет. То есть это просто у них такой свободный суд. Отдыхает поутру. Есть книжка про белых. Ура! Смотрите, она осталась еще в продаже. Вот она стоит. Вот, да, то есть все равно такого качества книгу не успеть.